Для граждан Казахстана, желающих начать или расширить свой бизнес, предусмотрены различные механизмы финансовой поддержки. Одной из таких мер поддержки со стороны государства являются безвозвратные гранты. К примеру, только в прошлом году 100 жителей региона получили безвозвратные государственные гранты. Один из них – житель Меркенского района Ихтиор Иминжанов. Ихтиор Иминжанов, несмотря на то, что он относится к категории граждан с ограниченными возможностями, в 2021 году решил создать небольшой собственный клининговый бизнес по очистке ковров. В 2023 году в целях расширения этого дела он получил безвозвратный грант от государства в размере 400 месячных расчетных показателей. На эти деньги бизнесмен закупил центрифугу, сушилку для отжима ковров и прочие ингредиенты, а также специальное оборудование для мытья полов и других поверхностей. Сегодня частный предприниматель и его два работника обслуживают жителей Меркенского района, забирают и после очистки доставляют клиентам их вещи на автомобиле. Получается, работают два мальчика у меня, сын мой и один работник, получается, помогает ему тоже. По милости Аллаха, жена мне помогает в этом деле. Это как бы наш собственный бизнес, да, маленький, частный. В прошлом году в рамках реализации национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы через портал подали заявки на безвозвратный грант 764 гражданина. Положительный результат получили более 100 граждан. Все они в основном относятся к категориям многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, а также малообеспеченных семей. В 2024 году 95 людям был выделен грант. В июне этого года 47 людям был выделен грант. Второй прием заявлений начался с 15 июля. Выдача безвозвратных грантов продолжается и в текущем году. Наимбек Бакбанов, Еркин Жасыбаев, Айкын Акпарат.